Орел готовится к празднованию 200-летия Тургенева. В минувшую пятницу прошло заседание круглого стола Орловского областного совета народных депутатов и попечительского совета по возрождению дворянского гнезда. По инициативе Орловской области был принят указ президента в 2014 году, где Орловская область стала центром тех мероприятий, которые пройдут в 2018 году. На празднование 200-летия правительством страны выделено больше 140 миллионов рублей. В основном пойдут они на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия. Сейчас закрыты на работы музей Тургенева и дом Грановского, на очереди музей Лескова. К нам приедут туристы. Конечно же, необходимо привести в порядок те места, которые связаны с жизнью и творчеством Ивана Сергеевича Тургенева. Это, безусловно, дворянское гнездо с домом Лизы Калитиной. Это, опять же, надо вспомнить о том, что разрушается дом Лобановых. В 2018 году пройдут юбилейные торжества. Мировой тургеневский телемост, спектакли, музыкальные постановки, художественные выставки и многое другое. Задействованы будут все учреждения культуры.